Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит, а также капитан Очевидно. Привет, рачки. Красавчик. Сегодня вы увидите игру Indie Hack против Indie War. И сразу должен сказать, эта битва войдет в историю. Всем приятного просмотра. Round 1. Fight. Вперед, рачишки, за колобка. Да, есть такое. Не могу отрицать. Папайя! Красава, давай. Сука, как на Эреме. Кто-то чай отойдет взять, то еще что-нибудь. Давайте, ребятки. Тихо. Нормально. Во, красава! Минус. Папаха, что ж ты делаешь, родненький? Команда противника разбита. Не, вот это мне нравится, это молодцы. А вы не боитесь, что вас наверху вдвоем убить там могут? Втроем вообще-то, большая часть команды не убьют, не ссы. Там Коля Слейд один пятерых может разломать только так. Единица, да? Ладно, иду на помощь. Так. Тихо-тихо. Осторожно, граната! Аккуратненько, ребят. Красава, папая, давай! Машенька, вставай! Ща Мария гнуть пойдет. Граната. Непонятно, где они. Но где-то рядом должны быть. По идее, они сейчас должны нас поддавливать. По-любому. Потому что им ставить. Они даже что-то должны уцепить. А, вон оно как хитро. Сука, нет, я один остался. Тихо. Давай, Машенька, вставай. Умница, вот так, давай. Ам. Уничтожил всех наших бойцов. Эх. Holy shit. И снова здравствуй, черная полоса. Кэп, я тебя очень прошу, просто молчи, не надо каркать, блин, никакой черный, все нормально будет. Давай, ходи. Да. Блин, не ваншот третьему, жалко, конечно. Смотри-ка, ебутишка, ты прям красавчик в этом раунде, уравнял шансы. Как его уравнял? Папайя, он на респе стоит. Сука. У него тоже какие-то проблемы. Блин, ну что за фигня на турнире? То ТС-ка у нас, блин, просто вся крашится. То вылетаем, блин. Херня какая-то, не знаю, не нравится мне это все. Давай, слайтуха, красава! Гаси! А может это противники дудосят? Не, Кэп, я думаю, это не соперники. Я думаю, это просто... Warface. Киберспорт ready. Да. А хрен его знает на самом деле. Не, ну я насчет противников не думаю. Я думаю, они нормальные ребята. Кому это надо на фэнтези лиге? Ты чё, блин? Ты ж по приколу тебя. Давай. Молодец. Holy shit. Ну, Ракутагин, ну, просто черная полоса. Просто да, вот чёрт, расслабь булки и получай удовольствие. Пошел в жопу, блин, не хочу я никого. Какое удовольствие, блин, сколько можно? Не хочу я такого удовольствия, не надо. Моя жопа не резиновая, блин, извините меня, это не Москва. Да, есть такое, так что это не мои проблемы. Папаха, давай, только аккуратно. Все получится. Мои парни, блин, это, ух, парни и девочки, молодцы вообще, красавцы. Все фигня, ща папаха просто соло мув. Ну почти. Сука. Бля, как-то неуспешно немного. Но это фигня, мы еще выровняем, бля. Ну, сам понимаешь, все сочно, осталось только умирать. Да. Пизда. Сука, подловили. Ну блин, красава, Юрьевич. Давай, давай. Купи, вставай. Фига себе, товарищ полковник, вы что такой наглый? Полковник никто не пишет, сука. Эй, бля. Че вообще происходит, блин? Я не могу сказать, что как-то... плохо все. Ну просто это вообще не OpenK, блин. Как-то все странно. И противники странно играют наши, блин. Вообще все, сука, как-то вне этой планеты, бля.
Вот так, детка, да! Папаха, папаха, это все ситуации можешь исправить, это просто имба, сука. Давай! Бля, ну почти, он молодец все равно. Бля, пацаны, нам надо срочно брать 4 раунда точно. 4 берем, берем 5, потом берем 6, и мы победили. Диок-то, сука, мы можем, я знаю. Мы реально могут, бля, это вообще, блин, это просто, это танки, блин. Это, как, люди X, люди Х, все могут. Бля, надо идти резать. Игрок с бомбой убит. Это... Враг уничтожил всех наших бойцов. Это как только вот... Только что было. Сочно! И прочно, да. Fight. О, красавчик, резнул, вот так. Давай, браток, вставай. Вставай, нас ждут славные дела. Наш отряд разбит, мы проиграли. Ну и чё ты в угол забился? Кэп, с этим уроном, блин, я в этом углу вообще прописку оформлю. Вот так. Отсюда хоть что-то можно делать. Да ладно. Вот, другое дело, мне нравится. Так. Ну что за несправедливость-то, а? Товарищ полковник, чё вы меня так любите? Отстаньте от меня. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. А, да! Да ладно, Кутагин, херня это всё. Потом на ромбах отыграешься. Пошёл в жопу, блин. Чё мне ты про рабов говоришь? Как эти, блин, великие хейтеры в комментариях. Они на такие же, как ты, блин. Свинков, блин, гонут. Квадратов и галок. Мне что-то про рабов говорят. Пошёл в жопу, понял? Гамадрил, сука. Давайте, пацаны, я знаю, вы можете. У меня лучшая команда на свете. Сука, я вас не зря убирал. Я знаю, просто слытуха. Вообще танк, сука, сейчас пойдет всех как бы, как маслочизирует. Давай, вперед, братаны, блин. Друганы, братья, сестры, сука. Вперед, Машенька. Ах, сука, я отомщу. Ладно, Ракутагин, я твой друг, я тебя поддержу. Не переживай, дружище. Все будет нормально. В этом есть и свои плюсы. Какие? Ты отснял хороший, забавный контент для своих подписчиков. Благодаря великолепному счету обзавелся новым позывным агент 314 и доказал всем, что все-таки в чем-то ты банга. В прошлой серии ты сказал, что самое сочное впереди. Как мы выяснили, ты был прав. Иди сюда, сука! Thank you.